захватил так на людях. А, сейчас я уже успокою. Алексей Ефимов. Дата рождения 15 февраля 1988 года. Номер 95. Амплуа нападающий. Рост 1 метр 90 сантиметров. Вес 95 килограммов. Хват клюшки правый. 95-й номер автомобилиста Алексей Ефимов не часто мелькает в информационной повестке, при том, что очки в последних матчах набирает довольно регулярно. Свою карьеру он начал еще в 2005 году в «Спартаке-2», потом сменил 3 клуба в ВХЛ, а в КХЛ его дебют состоялся лишь в прошлом сезоне в новокузнецком «Металлурге». Там за 48 матчей он набрал 18 очков. В межсезонье Ефимов был подписан в «Автомобилист», но чуть было не оказался в «Адмирале». Впрочем, наверное, к счастью для екатеринбургской команды, чем-то не устроил руководство дальневосточного новичка. И теперь набирает очки за уральский клуб. Сначала нас распускают на выходные. После выходных собираемся, все вот едем все время в Курганово. Здесь такой мини-сбор проходит, нагрузочный. Весь день занят, с утра там тренировка, вечером тренировка. Довольно-таки тяжело. Я попал как бы в новую команду, там на предсезонке было очень много народу. И там такая неразбериха творилась, там на сборах было 60 человек, там я не знаю, как они там оценивали, кто что способен. Очень тяжело, непонятно было. Я пропустил практически все сборы из-за вот этой неразберихи с «Адмиралом», то есть все. Мне получилось, что я остался практически без предсезонки. С этим тяжело было вначале, немножко физики не хватало, ничего. Но вот сейчас тянулся, сейчас вроде нормально все пошло. Нет, стараюсь не читать. Ну, в начале сезона не читал, потому что там ничего хорошего не писали. Ну, играешь, ладно. Сейчас чуть получше, сейчас иногда захожу, смотрю. Не знаю про других, мне нравится то, что больше команд, больше игры, больше мест посещаешь. Мне не тяжело приходится. Новые города, новые команды, не знаю, ну, интересно просто. Летаешь, смотришь мир. Ну так, особо, конечно, ничего не успеваем посмотреть, но все равно, хотя бы мимолетом, там, из автобуса, так. Мне очень нравится. Ну, хороший город. Не знаю, красивый. Но мне, в принципе, везде нравится, где я играю обычно. Довольно-таки часто, да, бывает, что хочется бросить все и уйти куда-нибудь подальше от хоккея. Результат команды важнее. Ну, личное тоже. Без личных амбиций никуда. Если у тебя не будет личных амбиций, тебя никуда не возьмут. Но все равно как бы на первое место команда.